Сотрудники органов внутренних дел за первое полугодие 2019 года раскрыли без малого 4000 преступлений. При этом случаи кражи, убийства и нанесения тяжкого вреда здоровью раскрыты на 100%. Особое внимание уделялось наркоугрозе. Таких преступлений выявлено больше, чем за предыдущий период. Благодаря профилактическим мероприятиям ГИБДД удалось стабилизировать дорожную ситуацию в области. Проводимый комплекс профилактических мероприятий по снижению аварийности на дорогах обеспечил снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 7%, погибших на 32%. В цифровом это с 56 в аналогичном периоде до 38 погибших. Раненых снижение на 9,4. Тяжесть последствий снизилась на 2 пункта и составила 7,2 погибших на 100 пострадавших. Среди приоритетных задач правоохранительных органов на второе полугодие значится профилактика и выявление преступлений среди несовершеннолетних и преступлений при проведении массовых мероприятий. Кроме этого, особое внимание правоохранителей и дальше будет уделено контролю учетно-регистрационной дисциплины. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ.